Прошивка ключа Suzuki Swift. Вставляем ключ в зажигание, включаем, выключаем, высовываем ключ. Далее нажимаем концевик двери 3 раза. После этого опять вставляем ключ зажигания и высовываем. Машина подтверждает режим программирования. Далее нажимаем кнопку «Закрыть» на одном ключе и нажимаем кнопку «Закрыть» на другом ключе. Если видео было информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.